Это второе в этом году заседание городской антинаркотической комиссии. Такое межведомственное совещание традиционно проводят в начале лета. В школах каникулы, но это не значит, что дети должны находиться без пристального внимания взрослых. Контроль за ними должен быть, напротив, усилен, отметили на совещании. Главная наша тема, чтобы мы регулировали все процессы, связанные с пребыванием наших детей на открытых площадках, на площадках выездных, то есть где находятся наши дети. Особенно нас волнует, естественно, особо контролируемая категория детей. Это дети, которые состоят на всех видах учета. Помимо темы наркомании, говорили на совещании о проблеме алкоголизации населения. Зашла речь и о курении. В Сочи решено усилить рейды с целью уменьшить количество курящих в общественных местах. Также на совещании напомнили, что в Сочи работают телефоны доверия для тех, кто хочет избавиться от вредных зависимостей, либо столкнулся с такой ситуацией в семье. Номер бесплатного круглосуточного телефона 8 800 2000 122. Также о своих проблемах можно сообщить по телефону 261 20 79 с понедельника по пятницу до 17 часов.